ты хочешь попасть еще раз в тупик, то иди прямо. Ребята, мы сегодня находимся в лабиринте. Вот находится. Сзади меня кукуруза. Это кукурузный лабиринт. Такой, да. Только в Израиле. Это кукурузный лабиринт. Карта вот, вон, карта за тебя. Вот это карта лабиринта. Лабиринт сделан из кукурузы. Тупик по карте. Смотрел все по карте, молодец. Значит, тут вот. Вот тупик, некуда идти. Отлично, дальше. Значит, умеешь считать карту. Адам. Так. Поверьте, мы нашли огромного паука. Вот. Да, тут внутри лабиринта мы увидели огромного паука. Это паук. Отойди, пожалуйста, дай мне заснять. Посмотрите, какой он огромный. Тут можно просто его... Его можно просто съесть. Он практически как краб. Да, тут тупик. Огромнейший паук. Да. А тут его. Тут более маленький. Вот сидит тут. Где его видно? Дальше идем куда? Яма. Осторожно. Эйтан, Эйтан, я понял это. А топо? Попо. Кен. А вали, давай тебе кашту насыпь, на фон. Помедленнее. Отсор. Саш, бой. Это кукурузка молодая, вкусная. Сейчас мы ее откроем. Вкуснейшая. Молодая кукуруза, только что сорванная. Я сейчас попробую такая. Очень вкусная. Сладкая. Это сорт, который очень сладкий.